Всем привет! С вами Информ ТВ. Марию Порошину российские зрители знают как многодетную маму. От известного актера Гоши Куценко у нее есть дочь Полина, которая уже взрослая девушка, а от Ильи Древнова три дочери – Серафима, Аграфена и Глафира. Когда Порошина была беременна пятым ребенком, они с Ильей развелись, и впоследствии мужчина подал в суд, чтобы аннулировать свое отцовство. При этом актриса до сих пор скрывает, кто является отцом ее единственного сына. В интервью она утверждает, что он иностранец и на постоянной основе живет за границей. Но недавно журналисты газеты «Комсомольская правда» нашли подругу Марии, которая утверждает, что жениха иностранца актриса просто-напросто придумала. На самом деле отец мальчика – это российский чиновник, работающий в Совете Федерации. Подруга утверждает, что они вместе уже несколько лет. Из-за своей профессии мужчина не хочет привлекать к себе внимание, при этом и не отказывается от малыша. Вместе пара не проживает, несмотря на то, что отец ребенка в разводе. Парень, который встречал Марию после съемок, оказался водителем, который был предоставлен этим чиновником женщине для безопасности. А как вы считаете, кто это может быть? Пишите в комментариях. Если вам нравится Мария Порошина и ее прекрасная семья, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!